Последний день турнира в спортсервисе проходят финальные бои на призы Софьи Очагавы. Самые сильные спортсменки добрались до третьего дня соревнований. Всего же на турнир приехали 144 участницы. Для сравнения, на чемпионате России собирались порядка 250 девушек. Конечно же, все спортсменки проявили себя на максимальном уровне, который они могли показать. Конечно, есть те, кто лучше подготовлен, есть кто послабее. Но в целом все, от кого мы ожидали больших, интересных, красочных вот именно результатов, да, они действительно все в финале. Для первого турнира это отличный результат. В России не так много представительниц прекрасного пола выбирают столь жесткий вид спорта для себя. Софья большая молодчина, что она развивает это направление, и мы всегда будем ей помогать и поддерживать. Сегодня мы решили подарить 4 велосипеда и большой мешок, который весит, я думаю, в любом случае больше, чем любые две девочки. Среди победительниц Эвита Аверьянова, 12-летняя спортсменка из Москвы, весит всего 39 килограмм. Девочка уже 3 года занимается боксом и мечтает добиться больших результатов. Я хочу стать чемпионкой мира по боксу. Меня с первых дней поразил бокс, и мне понравилось очень сильно, и я начала заниматься. И вот, я буду идти к своей цели. В турнире участвовали 2 спортсменки из Большого Подольска, Сусана Гагаряна и Екатерина Быкова. Обе девушки заняли почетные 3 места в своих весовых категориях. Я не разочаровался в том, что у нас проходит такой турнир. Очень понравился, как бы. Очень интересных девочек много увидел, кого маленьких, которые подают надежду в будущем. И я думаю, в будущем их ждет как бы успех. В планах сделать этот турнир ежегодным и в перспективе международным. Марина Березина, Александр Кротов, телекомпания «Кварц».